Канал «Метр с кепкой ТВ» представляет. Запомни песню. Вместе по лесу идут, собирают шишки. Вместе песенки поют мишки, мимимишки. Нажимай на птиц, чтобы повторить песню. Собирают шишки. Вместе песенки поют мишки, мимимишки. Хаотично. Не пройти, не проехать. Кеша! О, Тучка! Здравствуй! Чем занимаешься? Здравствуй, Кеша. Белая Тучка наблюдает за природой. Наблюдал за природой. Ну, показывай! Где природа-то? Где природа-то? Тучка! Не вижу никакой природы. Наведи в лесу порядок. Нажимай на деревья, которые упали. Улетела природа. Ты ее распугал. За природой надо осторожно наблюдать. Тихо, издалека. А, издалека? Извини, это все лес. Он такой хрустит весь. Если по нему сильно ногами топать, у меня может с рождения шумность повышенная. О, я найду способ, как наблюдать за природой издалека. Даже при моей шумности это получится. Нажимай на кепку. Это не то. Это то. Ух, так не годится. Это не нужно. Так не годится. Я за любой природой смогу наблюдать. О, надо бы это на какой-то природе опробовать. Найди фотогеничную природу. Хм. Цыпа, ты-то и будешь у меня природой. Цыпа! Природа, стой! Помоги Кеше найти цыпу. А-а-а! Понял! Вот белая Тучка удивится.
Как известно всем исследователям природы, природа не любит шумности. Что же делать всем тем, у кого эта самая шумность повышенная? На помощь приходит изобретение Иннокентия. Природонаблюдательная машина! Итак, у нас есть природа, до которой очень далеко. Нажимаем на кнопку увеличения. И спокойно исследуем природу. После чего помещаем природу обратно в природу. Ага. Удобно, практично, бесшумно. Цивилизация. Знаешь, Кеш, цивилизация, конечно, хорошо, но у нас на севере делают немного по-другому. Белая точка покажет. За природой надо осторожно наблюдать. Тихо, издалека. Помоги Кеше и Тучке замаскироваться. Найди кусок коры. Вот. Найди веревку. Собери листья. Ага. Это то. Это возьмем. Вот. Ага. Это то. Вот. Это возьмем. Ага. Здорово! Цивилизация! Чем незаметнее ты, тем заметнее то, что есть в природе. Здорово! Вот как надо за природой наблюдать! Именно так! Так вот ты какая! Природа! Посмотри фотографии вместе с Кешей и Тучкой. Нажимай на фотографии. Не пропусти ни одной. Забавненько! Ух ты! Тучка, смотри! О! Ух ты! Забавненько! Тучка, смотри! О! Забавненько! Все! Понравился мультфильм? Тогда подписывайся на канал. Для этого нажимай на значок канала. Поставь лайк, пожалуйста. А теперь выбирай следующий мультфильм. Какой мультик ты выбираешь?